Всем привет! Я Розалия Насрединова, чемпионка мира по плаванию и заслуженный мастер спорта. Как вы знаете, мужская техника плавания достаточно сильно отличается от женской техники плавания. Мужское плавание более мощное, более грубое, в отличие от женщин. Женщинам же все-таки приходится больше времени уделять упражнениям и каким-то техническим моментам. Сейчас я поделюсь с вами тремя своими любимыми упражнениями, которые помогут вам плавать красиво. Первое упражнение на отработку грибка под водой. Вытягиваем одну руку наверх, вторую прижимаем к туловищу. Одновременно делаем пронос, не вынося руки из-под воды. Постоянно делаем смену рук, тем самым синхронизируя их между собой одновременно. Второе упражнение называется стоп-кадр. Ложимся на воду. Одна рука смотрит наверх, вторая строго вертикально воды. Следим за тем, чтобы ваш корпус не заваливался на бок и на спину. Делаем 6 ударов ногами. Продолжаем движение руки. Касаемся пальчиками воды. Локоть выше ладони. Делаем также 6 ударов ногами. Вкладываем руку и в этот момент мощно подхватываем грибком второй руки. Также меняем руку и плывем на другой стороне. Третье упражнение способствует улучшению выхода под водой. Называется оно вертикальная волна. Вы встаете в вертикальное положение, прижимаете руки к груди крестом. 10 секунд пускаете волну в свободном темпе, следя за тем, чтобы ваш таз не заваливался ни назад, ни сильно вперед, чтобы у вас было ровное положение. И 10 секунд вы поднимаете руки над собой и уже в более высоком темпе работаете, чтобы ваш корпус не потонул. Также хочу отметить, что для плавания спринтом очень важно заниматься силовыми упражнениями в зале. Не забывайте это делать, а самое главное, не забывайте разминаться перед тренировкой. Всем пока! Заслуженный мастер спорта по плаванию. Чемпионка мира. Сегодня мы с вами поговорим о плавании. 10 секунд. Отойди. Ты меня смущаешь. Уйди вообще отсюда.